В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр. И прежде всего, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний. Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно, существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний. А также, разумеется, бессрочно. А с нынешних 20% до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире –